В Искитимском районе продолжается конкурс «Сударыня села». На прошлой неделе жюри побывало в совхозном сельсовете, Доме культуры села Лебедевка. Участницами состязания стали женщины из 4 населенных пунктов – поселка Маяк, станции Сельская, Сосновки и Лебедевки. В каждом селе конкурс готовят большим коллективом. Все должно быть празднично и увлекательно, а главные героини – блистать в достойной оправе. Для самих сел это очень значимо, потому что у нас принимали участие много таких женщин, которые совсем далеко не артисты художественной самодеятельности, а просто простые женщины, которые трудились на селе. Каждая хороша по-своему, и в каждом досуговом центре на конкурсе можно было взять для себя, отметить что-то свое интересное. Визитной карточке «Где родился, там пригодился». Каждая участница рассказывает о себе, своей семье, работе и родном селе. В стихах, в песнях, театрализованных постановках. Галину Ишимову, руководителя досугового объединения «Хозяюшки» из Лебедевки, пришли поддержать ее соратницы. Все сложно. Все было сложно, конечно. Но вот собралась и сделала. Долго репетировали, никак не получалось. Но сейчас вроде бы, не знаю, вроде бы ничего. Женщины представляют не только самих себя, они отстаивают честь родного села. Ответственность большая, без помощи сложно. Но каждую поддерживают родные, близкие, односельчане. В первую очередь старались выбирать тех, кто ведет активный образ жизни в своем населенном пункте, кого знают люди, кто человек творческий. И, конечно же, учитывалось желание самих участников. В конкурсной программе женщинам приходится дефилировать в нарядах, демонстрировать кулинарные актерские таланты, танцевать. Гульшан Губадова, азербайджанка по национальности, давно живет в селе Сосновка со своей семьей. Сегодня исполняет национальный танец, а затем русскую плясовую. Даже костюм женщина сделала своими руками. Я считаю, это если я живу в селе Сосновки уже 30 лет, я себе считаю обязанной этого делать, поэтому согласилась на это. Меня ничего не сложно, я из жизни всегда иду вперед, вперед, только вперед. Я ничего не боюсь. Искренность, непосредственность, яркий образ подкупили жюри. Победу единогласно присудили Гульшан Губадовой из Сосновки. Конкурс «Сударыня села» охватит все муниципальные образования района и завершится в конце осени.